Володин направил проект закона о многомиллионных штрафах за пропаганду гомосексуализма в Думский кабинет, комитет по государственному строительству и законодательству. О чем он говорит? Володин готовится в президентское кресло впрыгнуть. И вот этот хвост гомосексуальный, его надо убрать куда-нибудь, спрятать. Поэтому он сейчас будет самым главным борцом с пидорасами. Вот увидите, сейчас он будет там пидорасов костерить везде по телевидению. Да, потому что, ну а как он заходит, попытается зайти, да, там вместо Путина. А тут ему в хвост заходит, говорит, да это пидорас, нет, его нельзя. Вот, 5 баллов. Сейчас опять будут собирать подписи среди депутатов, да, что Володин не гомосексуалист. Посмеемся, блядь. Вот сейчас самое время тем, кто с ним борется, начать его троллить насчет гомосексуальности. Блядь, пиздец, что он будет. Он не знает, что в таких случаях делать.